5 по 8 апреля в Чехии и Венгрии пройдут Дни Татарстана с участием президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, который отправится в Будапешт 7 апреля вечером. КФУ представил свои образовательные программы на Global Engineering Week. В ходе форума участники получили возможность пройти усиленную подготовку по таким направлениям, как компьютерная инженерия, электроника и телекоммуникации. В студенческой поликлинике Казани проходят мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. Организовано измерение артериального давления, проведена разъяснительная работа с пациентами по профилактике гипертонической болезни и сахарного диабета с раздачей информационного материала. В Центре современной культуры «Смена» в Казани состоялся проектный семинар, посвященный реализации мероприятий «Года водоохранных зон» и программы парков и скверов Республики Татарстан в 2016 году. Сборная Республики Татарстан стала лучшей среди регионов Поволжского федерального округа на третьей зимней спартакиаде молодежи России. Татарстанские спортсмены набрали 386 очков. Студенты КФУ стали лучшими в сфере политических коммуникаций. Три воспитанницы Института социально-философских наук и массовых коммуникаций заняли первое место в конкурсе «Полыч PR Pro». 8 апреля в Центральной библиотеке Казани пройдет акция «Читаем Тукая». Мероприятие в рамках литературного фестиваля «Казан Язы» посвящено 130-летию со дня рождения великого татарского поэта Кабдулы Тукая. В Набережных Челнах продолжается реализация городского профориентационного проекта «Знакомьтесь, профессионалы». В рамках проекта старшеклассники средней общеобразовательной школы номер 19 посетят предприятие «Ford Solars Holding», где познакомятся с процессами работы и специальностями завода.